Краш расправил крылья! Ой! Ангелада! Юра, привет! Привет! Я знаю, ты там начал сольную карьеру. Грайндкор какой-то там шуруешь прям. Вот сегодня песню вроде как какую-то записал. Как песня называется? Скамеечка. 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 Да, 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 да. Скамеечка. Скамеечка. Ну да. Ну как, тебе нравится себя чувствовать в роли такого фронтмена, такой грайн-группы, как... Как твоя группа, кстати, называется? Да хуй его знает, я еще придумаю, блядь, как-нибудь. А стиль называется крачкор? Ну, да, я думаю, так. Потому что я такого ничего не слышал больше. Не, ну похоже на эксплойт, это немного так, блядь. И там, хуй его знает. Крастер ты какой-то, короче. Ну, короче, пизду. Надо что-то новое придумывать. Да. Так там дурь полная. Вообще пиздец. А я еще сочиню, блядь, еще дурнее, нахуй. Ну зато как технично все сыграно, блядь. Вообще, как часы, блядь. Ну вообще, я думаю, люди оценят. Ну, Юр, ну вот и первый трек уже как бы твой практически готов, блин. Давай-ка хоть чуть-чуть послушаем, как там у тебя это все звучит, блин. Ну да, давайте за это выпьем. Да, давай, проекту Грачкор быть. 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 Да. Круто, да? Ну, круто. Нормально. Ну, блин. А почему бы и нет? Офигенно. Я думаю, панкам понравится. Да. Всяким. Да, Юра, держите 5. Поздравляю вас как музыканта с первым синглом. Все. Все. Желаю люблю вам... всех панков. Пацаны, подписывайтесь на наш канал.